3 апреля «Молодежное яблоко» провело акцию «Призыва нет» на Лермонтовской площади в Москве. Мы выступаем за переход от призывной армии к контрактной, профессиональной армии. И также мы считаем, что тема перехода от призыва к контракту, тема антипризывная, сейчас напрямую связана с темой антивоенной. И мы выступаем против военного участия российских войск в конфликтах за пределами нашей страны. Акции «Молодежного яблока» за контрактную армию прошли также в Новосибирске, Владикавказе, Ставрополе и других городах.